Здравствуйте! Сегодня в рубрике «О бровях» мы расскажем, как правильно ухаживать за бровками, а именно, как сделать правильно коррекцию, накрасить их и как это все сделать правильно. Первое, с чего мы начнем, мы разметим форму бровок. Правильное начало – это крылышек носа, начало глаза. Это будет линия, где у нас начинается бровка. Второе – это через зрачок. Также начинаем через крылышек носа, внешнюю часть зрачка. Вот эта линия у нас пика брови. И конец брови – это через крылышек носа, конец глаза. Это у нас заканчивается бровка. То есть мы уже определили форму. Как мы выщипываем бровки правильно? Для того, чтобы максимально безболезненно эта процедура для вас прошла, мы берем участок кожи, где у нас определенный волосок, растягиваем его пальчиками, берем пинцет, берем волосину за корень и выдергиваем за линии роста волос. Ну вот, например. Для того, чтобы правильно подобрать цвет брови, необходимо учитывать цвет лица и цвет волос. У нас сегодня модель блондинка со светлыми волосами и светлой кожей. Поэтому мы ей подобрали средний коричневый цвет брови. Среди всех косметических средств по уходу за бровями на сегодняшний день я выбрала гель для бровей. Это очень удобное средство. Называется гель или помадка для бровей, которая жидкая по своей текстуре. Она укладывает волосы и придает им цвет. Для нашей сегодняшней модели я подобрала средний коричневый цвет бровей, поскольку она блондинка.